следующем упражнении мы кладем обе ладони на ребра. Делаем спокойный выдох через рот. И на вдохе носом расширяем боковые отделы ребер. То есть делаем вдох в бока. Итак, вдох носом. И на выдохе через рот делаем толчкообразные движения руками, как бы выдавливая воздух из легких. То есть воздух выдыхаем до конца, и будет хорошо, если вы еще при этом втянете живот. И еще раз вдох в боковые отделы. То есть визуально вы должны видеть, как расширились ребра, и руками это почувствовать. Выдыхаем. Сделаем еще раз. Вдох. Выдыхаем через рот плавно. Хорошо. Увлекаться этим упражнением не нужно, 3 раз достаточно.